Топ 10 вещей, которые... Первая вещь, которая именно меня бесит, когда ты просто играешь спокойно себе. Тут бац, интернет такой, опа, я залагаю, можно? И ты лагаешь 5 минут. Что? Ты проигрываешь. 10 вещей, которые... Второе, невезение. Когда купил себе новый гаджет, допустим, на Пайпер, такой, думаешь, ну, как бы, я пойду, это, ватсапаться, короче. Думаешь, такой, ну, все, сейчас протестирую, и тут, вот, моя цель, я прям на нем протестирую, включаешь этот гаджет, он все мансит, ты такой мансишь, такой попадаешь в сундук, а у него собака две банки. 10 вещей, которые... Третье. Две крысы на бутылке. Это когда ты просто с другом играешь, ничего не думаешь. А тут бас, такие крысы вылазят, на тебя идут. Ты думаешь, блин, друг твой бежит, потому что он не убивает, забивает, собрать банки, убирать. Бежит быстрее со всех ног. Ты стреляешь, но везет, когда ты выигрываешь, конечно, в этот момент. Но бесит. Топ. 10 вещей, которые... Четвертое. Быстрая катка. Это... Когда ты просто такой спокойно играешь, тут бац, такой интернет лагает, ты начинаешь ускоряться, ты бегаешь, как, не знаю, как ненормальный, гаджеты всякие там, вот эти вот твои приколюхи, браузеры плохо работают. Потом что-то идет не по плану, ты вообще летишь как метеор, и тебя могут убить, но это бесит. Топ. 10 вещей, которые... Шестое. А, нет, пятое. Зажали, демоны. Это когда вот просто играешь, да, как бы играешь, спокойно тебе. Но тут бац, кто-то спавнится, вылезает из кустов, тебя стреляет. Твой друг бедный бегает, блин, не знает, что делать. Возможно, это твой тиммейт. Его начинают убивать с одной стороны, с другой стороны, бац, его убили, все. 10 вещей, которые... Шестая. Пранки друга. Это когда ты просто думаешь, что ну, нажимаешь готово, как бы, и твой друг такой говорит тебе, не, это я там сейчас выйду, подожди, там, и ты такой нажимаешь, а тут бац, и все, и ты уже с другим тиммейтом, и тебе попадается тем более тупой тиммейт, и все, и ты проиграл пранк друга. Стоп. 10 вещей, которые... Тупо невезение, когда ты просто пытаешься обравлять на какой-то ранг, и тут ты проигрываешь, когда оставается одна карта. Топ. 10 вещей, которые... Восьмое. Долгая загрузка, это когда ты ждешь загрузку 5 лет, хотя уже все готово. Суперсел, я ведь прав? Ведь вы самые честные. Топ. 10 вещей, которые... Бесит, когда Brawl Stars заставляет тебя донатить в игру. Топ. 10 вещей, которые... Когда ты много каток сливаешь, и, знаете, я тут подумал и решил... выйду-ка я из Бравла, потому что, ну... Пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.